в России, в принципе, никогда не принимались меры по ущемлению свободы слова в любых ее проявлениях. Мы считаем, что должны быть разные точки зрения, и любой гражданин Российской Федерации имеет право выбирать то, что ему ближе. Нас вынудили принять эти меры. Во все крупные города введены войска. Россия заявила о невмешательстве в дела соседнего государства. Боевики правого сектора. Давайте сравним Russia Today сегодняшнюю и несколько лет назад. Мощнейший рывок вперед. Люди всех возрастов, и в том числе молодежь, что наиболее представляется опасным для наших стратегических друзей на Западе, имеет представление о том, что реально делает Россия, как она практически в одиночку противостоит международному терроризму на территории Сирийской Арабской Республики и устанавливает мир в регионе. И все это идет по Russia Today. Фракция «Справедливая Россия», безусловно, поддержит этот закон. Мы не хотели бы его принимать, но вынуждены. Мы этот закон принимать не хотели. Это закон, которого могло бы и не быть. Уважаемые коллеги, федеральный закон принят единогласно. Поздравляю.